Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» на 101 FM. 13:08 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина. Мой сегодняшний гость Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар, деньги, товар». Николай, добрый день. Добрый день, Аня. Добрый день, все уважаемые мною слушатели. Всем добрый день. Всем приятного аппетита. Ну вот, обязательное пожелание от Николая прозвучало, так. Да. И мы переходим к нашему... Я должен был это сказать, иначе я не войду в форму. Это мантра такая. Понятно. К нашему эфиру переходим. Я напоминаю, что вопросы нашему гостю вы можете задавать в процессе эфира на сайте Кирова. .ру в форме анонсов. Мы будем их ждать и по возможности озвучивать. Вот. Ну а пока переходим к нашим вопросам. Я от слушателей скрывать не буду. Я, Николай, вас попросила некоторым образом подготовиться, потому что все ближе и ближе самый главный праздник – Новый год, и мы подводим итоги уходящего 2017-го. Я просила вас подумать о том, какие события для города, для области вот, за прошедший год кажутся вам позитивными, вот, и что вас огорчило из происходившего в уходящем году. Сразу скажу, Ань, что я плохой школьник, я не выполнил домашнее задание. Ужас. Я на самом деле думал об этом, да, но потом, понимаешь, вот такие мысли меня стали одолевать. Ну, к примеру, да, к примеру, подумал я, что вот хорошо, что в городе появился новый глава администрации, да, подумал я. Так. И пока он, кстати говоря, производит благоприятные впечатления, производит в том числе на коллег. Благоприятное, да, в отличие от городских улиц, он производит благоприятное впечатление, скажем так. Но, подумал я, событие ли это уходящего 2017 года? То есть само назначение, да, ну что, собственно говоря, ну, у человека новая запись по трудовой книжке, это факт его личной жизни. А вот связанные с этим вещи, он же как сказал, ребят, через 5 лет вы будете жить в классном городе, да? То здесь есть, будет принципе, город-сад, да. Город-сад у нас относится уже теперь, да, посчитаем, 17 плюс 5, так, 2 на ум пошло, в 2022 году. Так это событие, господа мои, 22 года, а не нынешнего. Зачем же о нем сейчас-то говорить? Сейчас мы пока ходим там, где мы ходим, и потому, почему мы ходим, месим все то же самое. И глава администрации города по-прежнему очень сильно ругает всех своих подчиненных, а его подчиненные по-прежнему ничего не делают. Перескоков тоже ругал. Тоже ругал, да. Так в чем разница? В чем разница? Тот ругал, этот ругает. Но тот все-таки говорил, что на этой неделе там, или к 8 марта там дамы пойдут на шпильках. Но не пошли. А этот сразу сказал, через 5 лет приходите, да? Вот через 5 лет с вопросами. И получилось так, что очень много вещей, о которых мы как бы говорим, как о неких событиях, да, на самом деле они еще не произошли. Они все в будущем. То есть гораздо проще подвести, вот сейчас есть, подвести итоги 2018 года, да? То есть намного уже обещано на 2018 год. Чем говорить о том, что произошло в этом году? Потому что смотри, ну, конечно, да, что приходит на ум? Ну, хорошо, дороги. Да? Дороги. Впервые в этом году Кирову была выдана огромная сумма. Да. 90 километров отремонтировали. Да, 85, по-моему, в Кирове, да? 90, по-моему. Не будем спорить, потому что часть из этих километров оказалась неотремонтированной, как мы выяснили уже к концу сезона. Это про дорогу Киров-Русская мы говорим прежде всего. Так это, в общем-то, самый большой объект из всех, которые были, и самый выгодный. Но смотри, опять же, о чем мы говорим? Ну вот говорим мы о том, что области Москва дала денег. Ну, давай тогда событием года объявим самым плохим событием года плохую погоду летом. Мы здесь при чем? Да? Нам Москва дала денег. Как вообще? Я так понимаю, для того, чтобы Москва дала денег, надо ездить в Москву и эти деньги просить. Не надо ездить и просить. Это деньги были выделены пропорционально там, городам с таким-то населением там, и так далее. Это обычная функция московского, в смысле, федерального правительства, которое периодически этим занимается, тем более в преддверии выборов президента. То есть Москва дала нам денег. Ну, давай радоваться тому, что год у нас удачный, потому что новый Дед Мороз под елку положил хороший подарок, да? Но это не то, что сделали мы. Что мы сделали с этими деньгами? Другой вопрос. Так ведь? Мы их потратили. Вот это вот точно факт. Но что на самом деле мы сделали, мы узнаем только весной следующего года. То есть пока подводить итоги Потому что, если вспомнить, как к нам где-то по весне приехала комиссия Общероссийского народного фронта, помнишь такая, проверила дороги, сделанные в 2016 году. И вот такой вот список
всякой бяки нам выложила, да, вот в следующем году мы такой же список, я почти уверен, что получим, потому что я видел, как делали эти дороги. И не только я видел, у нас много общественных контролеров работали, да. И когда идешь с утра, да, они под дождем асфальт не клали, дождь прошел ночью, а они клали с утра. В те же самые лужицы, нормально, все на улице Свободы. И в следующем году, в марте, мы увидим. Собственно говоря, это будет итог 2018 года, а не 2017. И он не уверен, что будет положительным, понимаешь? А так бы, а говорить то, что мы потратили миллиард, я не знаю, положительно ли это событие или нет. То есть вопрос-то в том, куда, во что он превратился, этот миллиард. И я, с другой стороны, я тоже понимаю прекрасно, что если бы мы его не потратили, если бы мы все эти дороги, даже недоделанные, не приняли, то в следующем году нам не дали бы еще один миллиард, да, с копейками. Угу. Там, ну, не буду говорить, как с копейками, с миллионами, миллиард с миллионами. Но с другой стороны, ведь, понимаешь, это ведь не повод для того, чтобы принимать недоделанные дороги. На самом деле, это вот, вот это ограничение федеральное, оно нацелено на то, чтобы делать хорошо. А у нас что, опять показуха? Там мы вроде как потратили, дайте нам еще. А на самом деле мы уже понимаем, что часть той же дороги Киров-Русская, она просто не сделана. Николай, а это только Кирова проблема или это проблема всех городов? Ну, вот. Давайте вот в расчет Казань не будем брать, да? Там почему мы не будем брать в расчет хорошие. Казань? Да, там дороги хорошие, но там тоже деньги выделялись, и деньги эти осваивались, да? И деньги осваивались с умом, и не только в других. В разных городах было по-разному, но, по крайней мере, точно, вот, судя по тому, что говорит мне всемирная паутина наш, этот большой разум, да? В некоторых городах серьезно очень боролись за качество. Возвращали заказчикам там километрами эти дороги обратно, и в нужный срок, в указанный срок, ничего не приняли из того, что не было сделано. Есть такие случаи. А чем регионы за это заплатят? Они заплатят тем, что в следующем году они не получат денег на плохой ремонт. И правильно, не получат. По идее, это экономия федеральных средств. Зачем федерации тратить деньги на невыполненные работы? Мы кого обманываем? Мы обманываем сами же себя, свою страну. Так и получается. Николай, с одной стороны, я с вами могу согласиться. С другой стороны, я как человек за рулем, ну, все-таки хотя бы рада тому, что несколько месяцев мы поездили по хорошим дорогам. Ну, хотя бы так. Мы еще попробуем, может быть, в марте где-то. Ну, все-таки они получше стали, да, когда в марте снег начнет таять, в мае, в апреле, да. Они стали все-таки получше. Но извини за вот то, что вот я скажу. Миллиард – это не цена вот этих нескольких месяцев. Миллиард – это цена нескольких лет. Мы в данном случае обманули и сами себя, ну, и опять же говорю, родную страну. Но там будут еще... Да, мы получим еще миллиард, и мы снова нагоним тот же километраж. Подождите, но ведь есть же гарантийные обязательства. Хорошо. У нас уже глава ДДХ-то где? Говорят, что в Москве. Говорят, что в Москве. Я об этом когда говорил? По-моему, еще в июне. Мы пытались Андрею Менькину дозвониться на прошлой неделе в ту организацию, туристическую фирму, где он работает, но, к сожалению, никто трубку не берет. Вот я помню, что где-то в середине этого года в эту турфирму один мой знакомый уже звонил и спрашивал, где там у нас Андрей-то, да? Это Владимир Сметанин, он рассказывал в эфире. Он рассказывал уже, да. Поэтому я тайну не открываю. Да ему сказали, что ничего, скоро вернется. Вот он вернулся. Понимаешь? И те конторы, на которые мы сейчас надеемся, что они вернутся и что-то там исправят, это уже не первый случай в нашей истории, когда эти конторы не возвращаются, ничего не исправляют. По гарантии? Ну, при чем здесь гарантия? Господи, да при чем здесь что угодно? Никого это не тормозит. Они получили свои бабки, они уехали. Вот эти вот... помнишь, эта история про конкурсы, да? Вот как московская фирма выиграла конкурс без конкуренции, а потом своим конкурентам отдала все на суп подряд. Угу. То есть, по-русски говоря, мы просто взяли, отдали, сколько там, 120 миллионов? Ну да. Вот просто взяли, отдали москвичам 120 миллионов и сказали им до свидания. И они нам сказали до свидания. Они свое получили, они уехали. Человек, который все это проводил, тоже уехал. Я думаю, что об этом можно забыть. Некому будет предъявлять претензии на следующий год? Понимаешь, нет, формально все будет соблюдено, куда-то что-то предъявят, куда-то напишут. Ну, так постепенно 3 года пройдет в борьбе, а потом все спишется по нашему гражданскому кодексу, по бюджетному или как, по какому там. Все спишется, долги через 3 года списываются. И мы останемся без дорог и без денег? Мы останемся с теми дорогами, которые приняли в этом году, невзирая на их качество. Соответственно, я думаю, что как раз через 3 года там уже от них ничего не останется. В следующем году мы еще что-то сделаем, соответственно, через 3 года произойдет то же самое. Поэтому я еще раз говорю, хорошо, конечно, бы говорить, что события года, это вот этот миллиард, да, который мы правильно потратили и вовремя отчитались. С этой точки зрения, да, все было сделано грамотно, но то, что мы получим, мы узнаем только в следующем году. И вот как показывает мой, так сказать, довольно-таки долгий житейский опыт, получим мы то же самое, что получали всегда. Ямки, бугорки, трещинки и необходимость нового ремонта. Как-то не оптимистично, Николай, вы смотрите в будущее, но я думаю, что... Я в него смотрю каждый год, понимаешь? Есть еще у нас темы, которые, может быть, вызовут вашу позитивную реакцию. Что ты говоришь? Сделаем сейчас небольшую паузу, вернемся в студию. Особое мнение на 101 FM.
Мы продолжаем выслушивать особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар, деньги, товар». Николай, еще одна федеральная программа, которая была в этом году — формирование комфортной городской среды. Кажется, так она называлась. Ремонт дорог, тоже значительно. Дворов. Тоже значительные средства на нее были выделены. Тоже, пожалуй, первый раз происходит там на последний, ну, вот за последние годы на моей памяти подобное. Можете ее оценить? Оценивать ее должен не я, мне кажется. Доценивать ее должна прокуратура, и она вроде как уже начала потихоньку это делать. Совершенно верно. Судя по последним сообщениям, ситуация с дворами такая же, как с дорогами. То есть, ребята, отлично, деньги надо освоить, деньги мы освоили, в следующем году мы их снова получим. Ну, а потом уже мы смотрим и видим, что происходит на самом деле. По срокам, по качеству, по реакции администрации на то, что происходит, никакой реакции. Как всегда, как и с дорогами, то же самое с дворами. Главное – освоить деньги и получить их снова. Я не буду говорить о том, что в этом есть чей-то личный интерес, хотя он, безусловно, есть, но мне кажется, что вот это продолжается из года в год, и все очень довольны такой вот ситуацией, да? То есть как только появляется какая-то неважная федеральная программа, все просто радостно потирают руки, берут свои бензопилы «Дружба там один», «Дружба два», неважно как, в руки, и начинают их пилить. И поэтому я говорю, что вот если смотреть на итоги года вот с той стороны, да, вот с той стороны, которая называется «власть», то все просто изумительно, денег было много, пилы не простаивали. Если смотреть с той точки зрения, где обитаю я, то по большому счету изменений вот таких каких-то вот событий, да, вот такие же программы на нас упала дворов, да, сколько дворов отремонтировали в общем количестве? Порядка, ну, там, несколько десятков. Несколько процентов. Ну, из того, что есть, из двух, да, там с лишних тысяч, да, по-моему, там несколько процентов или даже доли процентов. И даже при том, что объем был очень невелик, вот столько косяков, ну, ребят, ну... Но, ну, грустно это. Николай, подождите, должна ведь все-таки заступиться. Там, насколько я помню, не очень активно и горожане участвовали, да, в этом процессе. То есть изначально все началось с того, что не могли вообще решить с проектами, разработками. Те задачи, которые поставили перед горожанами, вот сказали: горожане, вы должны делать то-то, то-то и то-то. Ну, ребята, ну давайте возьмем первоклассников, заставим их решать интегральное уравнение. Что мы хотим получить на выходе? Мы хотим получить полное недоумение в глазах и невозможность этого сделать. То есть это было довольно-таки неожиданно, довольно-таки неподготовленно, и никаких структур, которые могли бы помочь горожанам, на тот момент не было. Сейчас они появились, сейчас есть люди, которые готовы помочь и сделать. Вот поэтому валить здесь на горожан довольно-таки, ну, я этого не делаю. Стоит. А во-вторых, как происходит у нас учет мнения граждан? Вернемся к тем же дорогам. Да, вот на следующий год прошло голосование, какие улицы в первую очередь горожане считают, причем обязательно, да, вот как бы федеральная программа рассчитана на то, что мнения должны обязательно учитываться. Горожане очень активно участвовали. Очень активно, помню, участвовали, да. Но, как выяснилось, 40% только из того, что они предложили, было учтено. Остальные 60% появились откуда-то с другой стороны. Откуда-то с другой стороны, как бы вот, и по большому, Николай, счету... там тоже были горожане, может быть, они просто с более просто, весомым, да, мнением, есть, горожане. Да, то есть там были какие-то странные горожане, голос каждого из которых учитывался, видимо, как 1000 голосов просто обыкновенных горожан, у них как-то по-другому было это устроено. Там, видимо, какой-то один горожанин очень авторитетный, у которого сразу 1000 голосов, он кроет все остальные, да. В итоге получилось вот, что по большому счету федерация деньги не должна давать, потому что на самом деле мнение горожан не учтено. Да? И опять же, вот единственная претензия к горожанам, что они почему-то очень как-то не шумят на верхний уровень. Ребята, наше мнение не учтено. Не давайте области денег на дороги, потому что вас опять обманывают. Вас федеральный бюджет обманывает, наш регион. Вы серьезно горожан... сейчас думаете, что горожане из Кирова федеральный центр будут писать: не давайте нам денег на дороги? А по-другому они не могут, иначе их мнение так и не будет дальше учитываться. Ага, хорошо, да, прекрасно. Мне кажется, наплевать. Мы послали вас, ребята. Главное, чтобы денег дали. Кому это главное-то? Ну, в том числе и нам. Улицы-то не делают те, которые должны сделать, ну, да? Ну, немножко что-то делают. Немножко, мне где-то кажется, там, в другом мне месте. Мне кажется, дорожки, и этим даже люди довольны. Дорожки делают к новостройкам, которые не заселяются, тем не менее их делают, да? А вот к тем районам, где люди уже живут много лет, почему-то нет. Мнение горожан не учитывается, а это один из главных пунктов во всей этой программе. Оно должно учитываться. Поэтому, ребят, мы опять же обманываем федерацию. Но, может быть, следующий год изменится что-то? Мы как бы планировали, что в этом году что-то изменится вообще, так, насколько я помню. Ну, тяжело вот когда, с самого начала включаться. Это уже было не самое начало, здесь, это а уже здесь по второму вот заходу пошло. Опыт уже есть у нас. У них. У них. У них и опыт у уже нас есть, да, то есть они очень красиво так отбортовали 60% предложений, да, и заместили их своими. Это к тому, что вот горожане-то стараются, горожане активно участвуют в вопросах, горожане сейчас научились там вот делать какие-то там проекты, что-то еще. Ну, а в итоге что? Ну, вот. Но это очень, на самом деле, позитивная новость. Да, деньги-то двигаются, деньги двигаются, деньги есть. А не смотри на меня так. Я, как видишь, я очень... Я все жду, Николай, когда вы все-таки хоть что-то позитивное отметите.
Ну, мы говорим о жизни. Жизнь, она состоит из позитива и негатива. Все это перемешано довольно-таки. Просто когда мне говорят, назови какое-то позитивное событие, оно не бывает чисто позитивным, понимаешь? Оно вот изначально в упаковочке красивой, да, вот. Подарок. Да, подарок. И опять же, я говорю, подарок. Это нам кто-то подарил подарок. Господин назначил меня любимой женой. А хотелось бы говорить о чем-то таком, что мы сделали сами. Поэтому, а вот когда начинаешь копаться в том, что мы сделали сами, да, вот, или должны были сделать сами. Я случайно набрал, вот перед тем, как идти, я же школьник, я пытался исполнить домашнее задание. Так. Я набрал там события 17-го года Киров. А попал на сайт, где предсказывались события на 17-й год. А-а-а. Еще в 16-м. Угу. Прогнозы. Ну, там, да, детский космический центр там предсказывался, да. Который до сих пор не достроен. Который уже и в этом году не будет достроен, хотя и в том году он должен был быть достроен, да. Потом как-то случайно куда-то нажал еще кнопочку на 17-й год. Там 2 миллиарда мы получим от леса. Слушай, сейчас об этом вообще говорят, а? Ну, во всяком случае... Последняя цифра была 200 миллионов. Сумму я не слышала, да. Последняя цифра была 200 миллионов. Это в отчете контроля счетной палаты. Это было по итогам 10 месяцев. Я не думаю, что за 2 оставшихся месяца там... Мы доберем 1 800 000 000. Там обещали миллиарды, да? 2 миллиарда обещали. Там ни то, ни другое мы стопудово не берем. Почему об этом никто не говорит? Это же радостная новость. У нас леса целые, сохранные. Никто их не вырубает, никто их не обрабатывает. И никто за них не платит. Это же здорово. Живем в зеленом краю, да. Позитивные новости. Вот. Дышим, Я вот про что говорю, что эти все новости не какого-то будущего года. Их объявляют всегда в будущее время. А потом, когда приходит будущее время, все уже говорят о следующем будущем времени. А настоящего у нас время нету. Настоящего все время нету. Вот глава это, города знаете, на 5 да, лет вперед. Как на плакатах дорожники к праздникам. Да. Россия, славное прошлое, великое будущее. Да, где да, настоящее? Вот слово настоящее как-то оно всегда пропускается. У нас то же самое. У нас вот, причем такое, знаешь, вот как в английском языке есть совершенное будущее время и неопределенное будущее. У нас все время неопределенное будущее время. Да? То ли будет, то ли нет. Да, то ли будет, то ли нет. И вот как-то всегда забывают рядом с глаголом написать фамилию того, кто за это отвечает. И когда приходит время, как бы посмотреть, наступило событие, либо нет. Если оно не наступает, ты не находишь того человека, во-первых, не только фамилии, а во-вторых, его самого, потому что он уже уехал. Да, вот я тоже вам хотела сказать, какой смысл писать фамилию, если у нас так получается, вот, что часто человека уже и нет? У нас вот Игорь Владимирович Васильев, которого я по-прежнему, как ни странно, очень уважаю, мне очень нравится, мне очень симпатичен. Он мне больше симпатичен, пусть меня все проклянут на свете, чем предыдущий губернатор, потому что он, мне кажется, более понимающим все-таки человеком, да, может быть, он что-то такое свое понимает, но на вид он человек очень понимающий. Вот. Вот он у нас уже 1.5 года, да? Нет, год. Ну, с хвостиком. Год с хвостиком. За это время нет, у него почему уже... же? Он приехал в конце июля 16-го года. В конце июля, сейчас конец декабря. Ну, всего 1.5 нет еще лет. Угу. Вот, год с хвостиком. И за это время, вот смотри, сколько уже людей прошло через его ведомство, через это здание, которое рядом за нашими окнами. В смысле, кадры, да, которые кадры приехали, в областном правительстве. Да, угу. В качестве ИО, которые что-то говорили, что-то принимали. Обещали. Да, по тому же лесу я даже затруднюсь сказать, сколько же было нормативных актов принято. На целую страницу одних названий только, да. Чего там только не было. Там и биржа лесная, и вот эти площадки, там еще что-то, запрет на то, система аукционов, все прочее. И вот как бы, ну все, мы все сделали, все вот хорошо, заживем по-новому, будет у нас миллиард. Сейчас где этот человек? Где эти люди, которые все это говорили? Где миллиард? Ну, некоторые еще здесь. Ну, те, которые говорили, тех, кто уже нет. Или давай вернемся к нашей любимой теме, о которой вот мы здесь часто говорим, о спорте. О, да. К сожалению, печальная очень профессионально. Тема. Вот сейчас очень ты говоришь печальная тема. Вот сейчас ты говоришь печальная. Ведь там понимают по-другому. Там же говорят как? Что на те деньги, вот как Бабич сказал, что на те деньги, которые тратятся на футбольную команду, можно открыть 3 спортивные школы. Он же позитивно к этому относится. Да? Давайте закрывать профессиональные команды, открывать спортивные школы. А нам нужны спортивные школы, если другое детям дело, дальше некуда двигаться? Другое дело то, что очень хорошая была реплика от человека, который знает бюджет, и он говорит, что бюджет годовой команды футбольной «Динамо» 25 миллионов, на 25 миллионов 3 спортивные школы. Не то чтобы содержать, не получится. Не открыть, да, их просто не открыть. То есть неспоставимая вещь. Тем не менее, у нас почему-то считается, что вот это радостно. Мы гоним профессиональный спорт из наших рядов и как бы детям открываем дорогу. Только непонятно, куда дорога-то им. В другие города. Вот именно. В другие города, где люди оставляют команды мастеров. У нас говорят, что мы, да, мы бедны, мы не в состоянии содержать. Но я всегда привожу в пример соседнюю Мордовию, да, она меньше нас. В 2 раза почти, там 800 тысяч человек живет, у нас 1 300 000. И, судя по новостям, тоже не очень они там хорошо живут. Уровень жизни у них примерно такой же, как у нас. Если брать покупательную способность населения, то, в принципе, она у них даже чуть-чуть пониже. Тем не менее, если брать объем инвестиций в основной капитал за вот минувшие там 9 месяцев этого года, то он равный. У нас 35 миллиардов, в Мордовии 32 миллиарда. Понимаешь? Если брать развитие профессионального спорта,
то каким-то образом там у них, извини за выражение, аж чемпионат мира прописался. Потому что у них есть профессиональная футбольная команда, в которую бизнес, не правительство, бизнес вкладывает деньги. Вроде бы смотришь, какой бизнес в Мордовии. У нас-то все гораздо больше и гораздо круче. А у нас, говорит, нечем. Нечем финансировать у нас футбольные клубы, да? Спортивные, хоккейные и так далее. А выход-то тогда какой? То есть властям более активно работать с бизнесом? Так, преференции давать они никакие не могут. Могут быть обвинены. Преференции всегда можно дать, если не делать так, как делал у нас предыдущий губернатор. То есть есть разные понятия об этих. Когда у нас здесь был наш любимый прежний, последний всенародно избранный мэр, последний предыдущий всенародно избранный мэр Василий Киселев и его великая фраза, я же говорил, Никите, не бери деньги руками. Там доказано, не доказано, деньги и руки есть. Я не про это говорю, там вопрос только в сроках. Вот. Он же рассказывал, как нормальный мэр работает с нормальными промышленными предприятиями и при этом выводит команду из любительского дивизиона в профессиональный, поддерживает ее, содержит ее и доводит ее, извините, до третьего места, там событие просто эпохальное, да? То есть все это делается, и все это делается законно. Было бы желание, было бы понимание. А когда нет понимания, что вот у этой пирамиды нельзя верхушечку-то убирать, нет профессионального клуба, нет этого вида спорта. Нет. Нет спорта высших достижений, нет любительского спорта, нет дороги для детей. Зачем заниматься? Николай, я прошу... Это, понимаешь, та же самая история, тот же анекдот про деревню Гадюкина, где все дети знали, что сопьются в родной деревне, но на всякий случай мечтали стать космонавтами, да? Вот то же самое здесь. На всякий случай мечтать стать футболистом, зная, что анекдот нет вообще такого выхода. Это такой должен быть веселый жанр, от которого радостно. Ну, я не знаю, мне от этого анекдота радостно. А мне вот нет. Они же мечтали. Николай, не очень много времени. Было, вот да. Динамо и Олимпию мы уже потеряли, да, как профессиональные команды. Ваш прогноз, что будет с Родиной? То же самое будет с Родиной. А сроки? Я не знаю, в общем-то, собственно говоря, потому как она сейчас играет, то практически она уже сама по себе поставила на себе крест, потому что, ну, нет средств, нет игры. Нет целей, понимаешь, когда нет денег... И игроки все разъехались. Когда нет денег, нет целей, невозможно ставить цели перед командой, да? Потому что для того, чтобы выходить в какие-то там этапы, там куда-то еще, надо планировать средства на поездки. Это же все разъезды. Сейчас можно еще что-то сделать? Сделать всегда можно. Я бы не сказал, что «Динамо» погибло насовсем. Сделать можно всегда было бы желание, но этого желания нет, к сожалению. Мы его не видим пока, может быть, оно никак, и есть. Никак не видим. И опять же, если вспоминать предыдущих ставленников нашего уважаемого Игоря Владимировича, да, у нас же госпожа Куземская была с президентом клуба «Динамо», да, ну вот видишь как. Какие были, я недавно прочитал там круглый стол по этому поводу, где выступал Евгений Алексеевич Душкин, какие он надежды возлагал, что талантливый руководитель, новое правительство, все, а в итоге не прошло, кажется, и месяца, как нет понимания, нет желания, нет стремления, нет команды. На самом деле все это решается. И, как показывает опыт многих других регионов, все это решается, все это возможно. Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар, деньги, товар», подводит итоги года в нашем эфире. Мы прервемся на 2 минуты рекламы и вернемся в студию. Особое мнение на 101FM. Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар, деньги, товары» у нас в эфире. Мы продолжаем выслушивать его особое мнение, подводим итоги года. Николай, вот я, честно говоря, в замешательстве. У меня есть еще несколько тем. Я прям предчувствую, что сейчас, как только я озвучу первую из них, снова станет грустно в эфире, вы скажете, да, что опять все плохо. Я даже не знаю, как входить в Новый год. Так, ну, Анна, но все-таки эти темы подготовлены, да, вами, и вы сами уже заранее знаете, да, конечно, что скажет ваш собеседник. Нет, я не знаю заранее. Не знаю. Я могу только предполагать. Скажите это слово. Победилово. Победилово, да. Вот представьте любого спикера другого на моем месте, который скажет слово «хорошо». Ну, представьте кого-либо, да? Даже, извините, первое лицо области, и тот говорит, мы будем работать для того, чтобы он был менее убыточным. Это супероптимистический прогноз, да? То есть он не скажет, что хорошо. Но я бы хотел все-таки вот сейчас немножко вернуться от конкретных событий к чуть-чуть более общей теме. Смотри, в чем главные беды в нашей области? То есть, собственно говоря, вот те проблемы, не решив которые, мы ничего другого не решим, в том числе проблему аэропорта. Можно я скажу это слово «патернализм»? Ой, нет. Ой, нет. Вот это как раз не проблема. Это вот то, что наш предыдущий мыльный пузырь был выдут, и на самом деле ничего не стоящее слово. Так же, как алкоголизация и прочие ация, о которых мы очень много говорили. Это не те проблемы. Реальные проблемы области две. И обе они очень сильно влияют на развитие экономическое и, соответственно, на развитие таких вещей, как аэропорт тот же, да? Это низкая покупательная способность населения. Она одна из самых низких в России, мы в двадцатке в минусе. Угу. И вторая,
это очень, как это сказать, малонаселенность нашей области. Малонаселенность, когда мы говорим о других вещах, типа здравоохранения или образования, мы сталкиваемся с тем, что плотность населения у нас крайне низка. И население если мы не берем городскую агломерацию, да? А она не существует отдельно, область же она большая. Я посмотрел перед выходом, я все-таки заглянул цифры вот по последним данным Росстата, у нас смертность превышает рождаемость на 35%. Это страшный результат совершенно. Страшный результат, при том, что все население России убывает, но скорость у нас 1,35, в среднем по России 1,08. Да? То есть мы умираем с страшной скоростью. У нас вот за 9 месяцев, если не ошибаюсь, за 10 месяцев, да, по естественным причинам минус 4100. И плюс еще 2000 по миграционным причинам. Минус один районный центр мы потеряли за неполный год. Вот. И это вещи взаимосвязаны, потому что народ с низкой покупательной способностью не способен выживать в таких условиях, да, и, соответственно, идет активно процесс вымирания, и наоборот, процесс вымирания способствует тому, что у нас ничто не развивается, не может развиваться, и у людей становится низкая покупательная способность. Пока эти вопросы не будут решаться, аэропорт не может быть востребован в регионе, Николай, где людям просто не по силам большинству людей авиационный билет в любом направлении, в самом близком. Я прошу прощения, это он сейчас не по силам, когда 7 тысяч рублей стоит. Когда он стоил 1500 при Победе, он вполне себе по силам был, и были полные самолеты. Вот. Тему Победы я немножко, давай сейчас отодвину. Ее сейчас нет Победы. Хорошо. Ее сейчас нет Победы. Сейчас нет Победы. Сейчас работают другие компании, да? И в этой ситуации, какая бы компания ни работала, где, извините, там слетать до Москвы и обратно, по-моему, там самое простое, это 12 тысяч, самый супербюджет туда и обратно. А в среднем где-то 21-22. Можно и за 5 найти в одну сторону. Можно. В одну. Я говорю в обе. Угу. Ну, то есть 11 тысяч в оба конца, надо же вернуться. Я же не хочу просто так улететь, да? Вот. Ну, а в среднем где-то это порядка 20 тысяч. Это просто... То есть на это нет спроса, не может быть спроса. Потому что у людей просто нет денег. Есть группа людей, которые способны это делать, они не способны загрузить аэропорт. Николай, простите, пожалуйста, я вас правильно понимаю, вот не знаю, заявление недавнее Михаила Поршнева о том, что Кировский аэропорт, он будет убыточным, да, ничего с этим не сделать, это заявление, которое нами может трактоваться следующим образом. Сюда лоукостер не придет. Лоукостер сюда может прийти. Дело в том, что как раз, по идее, такие регионы, они и есть поле деятельности для лоукостеров. Но господин Поршнев просто констатировал факт, то, что правительство не способно изменить демографическую ситуацию, не способны изменить ситуацию с достатком населения, то есть с благосостоянием населения. А раз оно это не способно изменить, то аэропорт будет убыточен, потому что наполняемости его не будет. Давайте заведем лоукостер, и наполняемость будет. Она же была. Лоукостер как Победа, такого уровня, как Победа, он, в принципе, у нас, к сожалению, только один. Остальные компании, которые себя позиционируют как лоукостер, они таких услуг не предоставляют. Но с Победой, как мы видим, да, у нас что-то не сошлось. Но я так понимаю, Победа компания, на присутствие которой в регионе рассчитывают очень многие, очень, да, многие регионы. Но вот и очень те, многим но, есть, что им предложить. Но рассчитывают и в Кирове очень многие люди на это. Но, видимо, не те, которые принимают решения. Те люди, которые принимают решения, почему-то сочли, что они не будут договариваться с Победой вот на тех условиях, которые предлагает она. А, соответственно, раз этот единственный лоукостер, который мог бы на самом деле обеспечить оборот, да, он отсутствует, другие это обеспечить не могут, то господин Поршнев прав. Поднять благосостояние народа они не могут, обеспечить дешевые перелеты они не могут. Аэропорт будет убыточен, он говорит правду. Это и плохо или хорошо? Ну, понимаешь, нет, мы понимаем, что с точки зрения глобальной экономики это, конечно, плохо. Безусловно, когда речь идет о том, что, в принципе, мы все хотим, чтобы наш город развивался, да, город развиваться без таких видов транспорта, как авиационный, не может. Это понятно, потому что мы не находимся там в 2 часах ходу от Москвы, нам до нее ехать, извините, целых там 12 часов на поезде. Получается, у правительства другого выхода нет, только вот дотировать. Вот. У них есть другой выход. Мы начали с того, что они могут снова сесть за стол переговоров. Но не сядут. Но они не сядут. Нашла коса на камень. Это вопросы, мне кажется, немножко ушедшие в другую сферу. Вполне возможно, что корпоративные интересы... То есть у нас же каждый политик, он каким-то образом завязан на какой-то корпорации. Каким-то образом, да. Соответственно, видимо, Победа в данном случае не подходит под тот список, разрешенных к сотрудничеству корпораций. Вот, поэтому аэропорт будет убыточен. А раз у нас не будет аэропорта, соответственно, это же колесико, оно крутится одно, а следует из другого, возникает тот самый замкнутый круг. То есть мы становимся менее интересны для
бизнеса, потому что для бизнес, инвесторов. Бизнес заинтересован не только в том, чтобы сам летать на самолете, но в том, чтобы вообще все могли летать на самолете, чтобы инвестор придет в город так в том случае, если повысится покупательная способность, потому что ему надо что-то нам продавать. Хорошо, Николай, еще один вопрос, тоже связанный с аэропортом. Как вы смотрите на предстоящее, прогнозируемое, не знаю, анонсированное, может быть, в далеком будущем развитие авиаперевозок внутри региона? То есть Игорь Васильев говорил вот о запуске рейсов в Вятские поляны. Здесь, опять же, у меня такое ощущение, что телега ставится немножко впереди паровоза. Дело в том, что когда Вятские поляны вот сейчас объявили как территория опережающего экономического развития, видишь, многие поняли так, что Вятские поляны уже чего-то там опережают, уже куда-то развелись. На самом деле Вятские поляны находятся в глубокой экономической заднице, прости за это слово, да? И для того, чтобы они могли развиваться, их объявили вот этой территорией. На самом деле там пока ситуация очень сложная. Про промпарк можно я не буду говорить? Хорошо. Можно, просто не буду. Но это так все много времени займет. Да. Молот имеет определенные сейчас сложности, связанные в том числе с санкциями, мы тоже об этом знаем. Малый бизнес в Вятских полянах развивается, как и по всей Кировской области, ни шатка, ни валка, потому что развиваться им очень трудно в нашем регионе. То есть вот то, что сделали вот эту зону опережающего экономического развития, это как бы такой аванс, что там создадут условия для развития. Это еще не значит, что это развитие там произошло. Ну вот одно из условий — это перелеты. Вот. Из Кирова в Вятские поляны. Соответственно, если перелеты, за 40 минут. Перелеты будут востребованы тогда, когда это развитие там начнется. Бизнесмены говорят, что они уже готовы летать. Бизнесмены, сколько их по пальчикам немного, перечислим? Немного. Да, в том-то и дело. И мы опять же говорим о том, что да, если будет ОЗС датировать перелеты, то вот эти несколько бизнесменов будут летать в Вятские поляны. Это забавная довольно ситуация. А реальный пассажирооборот между Кировом и Вятскими полянами начнется тогда, когда там это опережающее развитие будет иметь место, скажем так. То есть это не сегодня. Поэтому Игорь Владимирович, я думаю, говорит в будущем все-таки времени, как всегда в неопределенном, что когда Вятские поляны зашевелятся и забурлят, безусловно, к такому отдаленному и к такому прекрасному уголку нашей области авиарейс должен быть точно так же, как и любым другим. Если мы посмотрим немножко посеверней, да, на наших соседей из республики Коми, где вот этот внутренний авиарейс есть везде. Угу. Из Сыктывкара практически в любой райцентр. Но у нас они тоже когда-то были. Были. И там они сохраняются. Вот надо изучить опыт. Они же там как-то существуют. Там, правда, есть своя авиакомпания, которой у нас нет. Может быть, и в эту сторону подумать. А к тому же, насколько я помню, там Коми-авиакомпания очень даже так... не против была объединиться как бы с нашим Победиловым и вот таким единым фронтом работать за счет снижения общих издержек. И довольно-таки, не знаю, может быть, к этой теме и вернутся еще наши. Но разговоры на эту тему как-то заглохли. Они заглохли после исчезновения предыдущего губернатора, потому что как бы через него контакты шли. Но ведь я же понимаю так, что если речь идет о деле, то смена фигур не должна влиять на его исход. То есть просто нужна, опять же, воля какая-то, посмотреть в эту сторону, поговорить, и, может быть, там на самом деле это будет выгодно. Это прогноз насколько отдаленного будущего? На самом деле это можно начать делать сразу после новогодних каникул, но я еще раз говорю, я не уверен, что кто-то этим будет заниматься. Непонятно, что, есть ли желание. Не видно вот этого желания. 2 минуты у нас до конца эфира остается. Не могу не спросить, Николай, что вы думаете о процессе года? Процесс года — это, естественно, дело Никиты Белых. А я думал, дело Улюкаева. Нет, дело Улюкаева, конечно, достаточно значимое, но все-таки там к нашему региону крупнее, меньшее отношение имеет. Давайте мы о своем все-таки. А были тут ли сюрпризы в ходе рассмотрения дела в суде? Были ли для вас сюрпризы? Может быть, поведение людей? Поведение людей? Да нет. Дело в том, что когда сейчас говорят, что там, условно говоря, Щерчков открылся с неожиданной стороны для кого-то. Ну, господи, он здесь у нас работал много лет. Ну, вы же с ним общались. Ну, что вы, ребят. С какой стороны он для вас открылся? Не знаю, я не могу сказать, открылся или нет, потому что я Сергея Владимировича знала не очень хорошо, но вот Никита Юрьевич знал его достаточно вот хорошо. Вот и Никита Юрьевич как бы уверен, что там достаточно хорошо знал, но вот как выяснилось, да, что те люди, которыми Никита себя окружил, они, как выяснилось, невысокого качества товарищи-то, да? То есть, опять же, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Это же не мы навязали Щерчкова Никите Юрьевичу, это он его с собой привез. Это не мы там двигали к нему Сысолятина, не мы двигали к нему Ларицкого. Это он себя окружал этими людьми. О чем мы говорим? Слушайте, это называется, извините, раньше говорили, неразборчивость в половых связях. Да, так вот это то самое и есть. Это полная неразборчивость в людях. Это случайные люди в команде. Это человек, который не понимает, зачем он приехал в область, не понимает, как ей управлять. Я это говорил всегда, до всякого ареста. Я говорил о том, что он собрал непрофессионалов, как выяснилось, еще и... Да, я помню, мы обсуждали это. Да, обсуждали людей. Это в эфире. Вот. Николай... Поэтому все, что я могу сказать, что, к сожалению, да, вот, Никита что растил, что поливал, то у него и выросло, да.
Вот. Понятно, что, конечно, очень чувствуется некоторая натянутость показаний со стороны обвинения, и хотя я небольшой сторонник Никиты Юрьевича, есть некоторые моменты, которые мне уже лично касаются. Я уже говорил, наверное, об этом, что я вполне с большим удовольствием на этот процесс съездил. И несмотря на то, что Никита Юрьевич мне, как руководитель, не симпатичен, выступил в защиту, благо есть чем. Потому что по некоторым цифрам и времени, которые приводят Щерчков и вот та сторона, то у меня есть большие сомнения. У меня такое ощущение, что в тот момент, когда Щерчков вручал деньги Никите Юрьевичу, я как раз с Никитой Юрьевичем беседовал. Вот по моим записям получается день в день и время во время. И вручение конверты не видели? Нет, как-то при мне никто в кабинет не заходил, мы вообще говорили о другом. Но я еще раз говорю, что это мое предположение. Я, конечно, с большим удовольствием бы съездил на этот суд и выступил в качестве свидетеля защиты. Ну хорошо, об этом я думаю, что, наверное, это как мы узнаем, вопрос, если это вопрос, если да, это вопрос случится. К адвокатам, как бы я с ними связался, я свои услуги предложил. Если это случится. Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар, деньги, товар», был у нас в особом мнении. Я, Анна Лапшина, с вами прощаюсь. Николай тоже прощается. Ну, не до надолго. Пятницы. Ненадолго, да. В пятницу мы снова с вами встретимся. До свидания. Особое мнение на 101 FM.